Тишинском, информационная программа «День». В студии Юлия Федориненко. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах выпуска. Они в ответе за безопасность пассажиров. Инспекторы ГИБДД проверили водителей общественного транспорта. У вас в салоне отопление работает? Да, работает. Включите, пожалуйста, чтобы проверить, посмотреть, все ли работает. Лужам во дворе не место. Жители 4-й Парковой настаивают, необходимо восстановить ливневую канализацию. Много воды здесь стекается после каждого дождя, а сейчас он зарядил на трое суток. Мокрый это двор. А теперь об этом и многом другом более подробно. В Мытищах проходит профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники ГИБДД, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Министерства транспорта Московской области провели осмотр технического состояния автобусов и проверили, как соблюдаются правила безопасности дорожного движения. О результатах рейда расскажем в нашем сюжете. Популярность общественного транспорта в Мытищах нельзя переоценить. Автобусными маршрутами охвачена вся городская территория. Пассажиров возят также и в сельскую местность, и в Москву. Поэтому ГИБДД регулярно проводит плановые и инициативные профилактические осмотры технического состояния автобусов. Проверку проходят транспортные средства категории М2. Это те, которые в народе называют маршрутками. И категории М3, то есть, собственно, большие автобусы. 60% общественного транспорта Мытищ – это маршрутки. Рейдный начинаем с одной из них. Сотрудник ГИБДД проверяет документы: водительское удостоверение, путевой лист. Дворники, дальний и ближний свет работают. В салон тоже заходим. Аптечка, аварийный знак, огнетушитель – все на месте. Контроль помогает осуществлять консультант Министерства транспорта Московской области. У вас в салоне отопление работает? Да, работает. Включите, пожалуйста, чтобы проверить, посмотреть, все ли работает, в исправном ли состоянии. Пожалуйста. Оказывается, что есть неполадки. Печки, расположенные в задней части салона, не греют. Когда наступают холода, то температура внутри салона должна быть не менее 12 градусов. Перевозчик обязан следить за исправностью отопительной системы автобуса. Такие же строгие требования предъявляются и к транспортным средствам категории М3. Теперь переходим к ним. Товарищ водитель, документы предъявите, пожалуйста, на автобус. Вы соблюдаете правила дорожного движения? Официально, товарищ капитан. Молодцы, так и продолжайте. Соблюдение режима труда и отдыха водителя также контролируется. Инспектор Федеральной службы по надзору в сфере транспорта изучает карту водителя и распечатку данных тахографа. За последние сутки, то есть с 4 утра, пожалуйста. Тахограф фиксирует начало и конец рабочего дня. В среднем водитель может находиться за рулем не более 10 часов в сутки. Два раза в неделю допустимо работать по 12 часов. У данного перевозчика нарушений нет. В салоне автобуса также все исправно. Сиденья прочные, информационные табло включены, кнопки «Стоп» функционируют. Мелочей в вопросе проверки общественного транспорта не существует. Ульяна Сергенко, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Важный эфир прошел накануне на нашем телеканале. Гостем программы «Диалог с властью» стала начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Светлана Фильченкова. Затронули темы, касающиеся наших детей. Конечно, говорили о трагедии в Перми. К сожалению, на сегодня в России и в регионе наблюдается и другая тенденция. Дети погибают от передозировки лекарственными препаратами. Недалеко как на прошлой неделе, позапрошлой неделе в родительских чатах мы просили родителей обратить внимание, что недопустимо, нельзя, мы просим, чтобы детки здоровые или не совсем здоровые употребляли медикаменты самостоятельно, потому что дозировку дети не выбирают, дозировку гибнут. А от передозировки гибнут, скоро не успевают. Другая проблема – передозировка наркотическими веществами. Только в этом году более 60 человек среднего возраста погибли в результате употребления химических препаратов. Благо, что детей удалось спасти. Однако факты употребления наркотиков детьми фиксируются. Управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав проводится большая профилактическая работа. В Мытищах созданы все условия для реабилитации и помощи подросткам. Однако именно родители должны первыми обращать внимание на все изменения в поведении ребенка. Появились наркотические средства, которые не дают первых признаков, внешних признаков, чтобы родитель увидел. Как раньше, там, если раньше, да, это соли, тремор, если это героины и все остальное, то, конечно, сразу ребенок вошел домой, можно видеть расширенные зрачки. Можно сразу увидеть, что ребенок хочет кушать или не хочет, теряет аппетит.
Здесь запах может быть, да? Запах, если это там клей или еще что-то, если это химическое средство, это опять-таки запах. Сейчас мы можем опознать потребление наркотиков детьми. Во-первых, у них у всех стойкое убеждение, что сегодняшние соли и сегодняшние, там, простите, мефедроны – это не наркотики. Это эйфоретики, от которых я быстренько закончу и употреблять не буду. Неправда. Привыкание. Страшнейшие наркотические средства, которые вызывают кратковременный эффект эйфории. Привыкание мгновенное, на головной мозг идет привыкание головного мозга. Ребенок ушел на улицу нормальный, попробовал, через 2 часа на улице отошел, домой пришел нормальный. Появляются признаки, первые признаки родители могут понять. Это когда там на второй, третий, четвертый раз потребления первые дети начинают забывать, теряют память. Вот положил вещь, забыл. Мгновенно после потребления этих средств появляется краснота на лице. То есть кровообращение? Нижняя часть лица покраснение. Сухость, дети начинают пить эту соль. Это химия, это чистая химия. Напомню, программу «Диалог с властью» можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Программы». А уже в следующий четверг новый гость и новая тема для обсуждения. Следите за анонсами. Осенью все мы сетуем на непогоду, ведь она всегда не вовремя. Но если она повторяется в одно и то же время, к ней привыкают. Однако жители дома 22 по 4-й Парковой улице не хотят привыкать к постоянным подтоплениям в их дворе и бьют тревогу. Дожди этой осенью ожидаются продолжительными, а ремонт дренажа так и не выполнили. Двор как двор, каких много. Мало ли, полил дождик. Через неделю лужи высохнут, а если дождь зарядил надолго, лучше под ноги не смотреть. В миф о всемирном потопе многие не верят. Сказка, мол, это. Но здесь, во дворе 22-го дома по улице 4-я Парковая микрорайона «Дружба», думают совсем иначе. Потому как много воды здесь стекается после каждого дождя, а сейчас он зарядил на 3 суток. Мокрый это двор. Всемирный потоп длился 40 дней. Здесь хватает 3-4 дней моросящего дождя, и уже по инстанциям идут жалобы. У нас нет ливневки во дворе. Раньше вода куда-то уходила, когда мы только заселились, а потом вот нам новый асфальт сделали, вообще никуда вода не уходит. Вот 4-й подъезд, 5-й, и вот туда дальше. Переписка длится уже не первый год, и все никак не находится причина закупорки дренажа во дворе, а ведь он был. Нам сделали 4 водостока, 4, 3 подъезда, 4 водостока, но водители ставят машину на бордюр, вот заезжают, вот такие большие машины, и они ломают этот водосток. Сюда. Вода до подъезда заливает, да. Проезжая часть и тротуар у дома объединены, и если автомобиль разбрызгивает лужи, спрятаться пешеходам негде. Поэтому здесь и не любят ненастную погоду. Не дает она просохнуть двору. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, 1 Мытищинский. На территории лесных массивов и в лесопарковых зонах разложат вакцину против бешенства диких животных. Раскладку произведут специалисты Тервет-управления номер 2 Мытищинской ветеринарной станции. Вакцина представляет собой небольшой брикет прямоугольной формы, приблизительно размером 5 см темно-коричневого цвета со специфическим запахом для приманки животных. В случае обнаружения брикета не следует трогать и выбрасывать его, чтобы животные могли найти его и съесть. Смотрите во второй части выпуска. Самые современные приборы учета производят в Мытищах, и счетчики эти устанавливают в домах и на предприятиях по всей стране. Как сэкономить на оплате за ЖКХ и куда потратить излишки? Естественно полезно. Естественно, будет меньше и лучше будет. Первый юбилей отмечает Центр культуры Марфина. Этот праздник запомнится надолго. Приехали их поздравить, сказать теплые слова, напутствия. Я думаю, что еще не раз они нас удивят. Когда мне звонят, я всегда кладу трубку. Был случай, когда мне позвонили из банка, даже представились начальником управления по борьбе там с этими вот всякими махинациями из Москвы справили. Но я сказал, вы вызывайте меня повесткой, я приду и разберемся.
честно, негативно, потому что вот непонятно, могут списать средства или это действительно соцопрос. Поэтому все предпочитают делать вживую. Мне сын поставил программу, которая меня обезопасила. Сейчас чувствую себя с помощью вакцинации удовлетворительно. Защитила не только себя, но и своих близких. По данным исследований, рекомендуют именно «Спутник Лайт» однодозовую вакцину использовать для повторной вакцинации, потому что этого достаточно ранее привитым и переболевшим для сохранения хорошего иммунитета против COVID-19. Сейчас прямо, потом налево. Отвлекаешься за рулем. Вот, вот смотрите. Вот сюда. Считай, что тебя нет. Переключи внимание на дорогу. Приборы для коммерческого учета тепла и воды европейского качества почти 30 лет производят на одном из городских предприятий. И в его цехах побывали представители муниципального депутатского корпуса. Они познакомились с людьми, которые своими руками создают продукцию, ценящуюся как на российском, так и международном рынках. К слову, большинство из них – мытищинцы. Смотрите репортаж Надежды Звягинцевой. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Александр. Приятно, Александр. А вас? Я собираю счетные механизмы. Счетные механизмы, понял. А вы? Сборка корпусов. Сборка корпусов. Сколько вы работаете на предприятии? 6 лет. Труд, приносящий пользу обществу, стабильный заработок, офис, расположенный недалеко от дома, тоже плюс. Тепловодомеры находятся почти в центре Мытищ, поэтому большинство сотрудников предприятия – жители города. Сегодня здесь работают порядка 100 человек. Ежегодно они выпускают 2 миллиона приборов для коммерческого учета тепла и воды. Цеха предприятия посетили и члены муниципального совета депутатов. Они познакомились с особенностями производства. Здесь сборка опрессов. Регулировка и поверка счетчиков. Да, все здесь происходит. Полностью производство счетчиков от 15 диаметра, это квартирные счетчики, до 150 диаметра, это уже общедомовые. И даже наш счетчик стоит в этом церкви, вот, которая на кругу, тоже там 250 диаметра стоит счетчик. Эти счетчики обладают высокой точностью, утверждают сотрудники предприятия. Сюда ставится у нас уже готовы водосчетчики, прошедшие опрессовку, прошедшие первичную проверку. Дальше, после этого устанавливается, значит, счетные механизмы, здесь все вот такого плана проливается. Если же что-то не входит, значит, у нас наладчики берут и подстраивают, вгоняют в диапазон, чтобы погрешность была та, которая она указана у нас в паспорте, плюс-минус 2%. В ближайшем будущем большую часть этой работы возьмет на себя компьютер. Также интеллектуальный потенциал предприятия позволяет разрабатывать новые, не имеющие аналогов на рынке продукты. В начале этого года мы сертифицировали и приступили к выпуску новой линейки приборов. Это теплосчетчик для промышленного назначения СТ-20. Данные приборы являются продуктом разработки наших инженеров. Мы вложили в эти приборы душу. Данный прибор содержит энергонезависимый архив на весь срок службы работы. Это большой плюс приборов, так как в любой момент можно снять с него показания за любой период.
Приборы учета, которые выпускают в мытищах, давно оценили не только на российском рынке. Они также поставляются за рубеж, в страны СНГ. Мы прекрасно понимаем, что это для развития нашего города, да, то есть это занятость населения, это оплата налогов, который поступает в наш бюджет. Я очень рад, что такие предприятия на территории городского Коматича есть. Я хочу пожелать предприятию успеха, чтобы у них все зрение получалось, чтобы все было просто замечательно, чтобы больше было заказов, контрактов. И, конечно же, когда будет это, будет больше зарплата. В каталоге тепловодомера десятки наименований. В скором времени предприятие отметит 30-летний юбилей. Всего на территории городского округа Мытищи находятся порядка сотни производственных площадок, которые обеспечивают работой в том числе мытищинцев и поставляют высококачественную продукцию россиянам, а многие и жителям других стран. Надежда Звягинцева, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Сэкономить помогут не только приборы учета, но и своевременная оплата коммунальных начислений. Выгоду уже ощутили свыше 3 миллионов жителей Подмосковья. Они получили бонусные купоны, скидки и промокоды по программе «Коммунальный бонус». Ее участником может стать любой житель области, оплачивающий коммунальные счета онлайн. Для этого необходимо карту МИР зарегистрировать в программе лояльности платежной системы. Сделать это можно 2 способами – на странице акции или в личном кабинете Мособлъеирц онлайн. Кэшбэк возвращается на банковскую карту в течение 5-7 рабочих дней. Да, пользуемся. Каждый месяц возвращается процент. Сейчас вот недавно приобрела карту МИР как раз, поэтому много бонусов слышала, но этого еще не слышала. Будем пользоваться. Естественно полезно. Естественно, будет меньше и лучше будет. Мне кажется, это очень полезная программа, потому что очень много, например, категорий граждан незащищенных слоев населения, в том числе вот одинокие мамы, к примеру, с несколькими детишками. И было бы это очень полезно. Теперь будем интересоваться, что это такое. Спасибо. Центру культуры и досуга «Марфина» исполнилось 5 лет. Поздравить коллектив с праздником пришли благодарные жители, коллеги и почетные гости. Команда «Марфина» подготовила для зрителей яркую концертную программу. Подробности у Ульяны Сергиенко. 5 лет – это хоть и маленький, но юбилей. За это время Центр культуры и досуга «Марфина» собрал под своей крышей 50 коллективов, провел почти 1500 мероприятий, завоевал более 800 различных наград, и это не предел. 5 лет, я думаю, только начало. У вас все впереди. Очень приятно, что у нас на территории находится такой центр, где работают такие талантливые, молодые, умные, задорные ребята. Высокий профессионализм команды «Марфина» и ее вклад в развитие округа был особо отмечен. Сотрудников центра наградили почетными грамотами главы городского округа Мытищи и поздравили с праздником. Для меня «Марфина» – это больше, чем просто работа, потому что, приходя сюда каждый день, я заряжаюсь энергией все больше и больше. И, конечно же, заряжает молодая команда, энергичная, которая также хочет творить, хочет создавать и хочет развивать культуру дальше. Любое предприятие может быть успешным только тогда, когда задумывается и осуществляется с душой. И у истоков «Марфина» стояли именно такие неравнодушные люди. Проект они подготовили в течение 3-4 месяцев. А строили мы этот Дом культуры 3 года. В 2013 году как раз год культуры был в России. Мы начали строить его. Закончили в 2016 году. Работа большая была проведена. Но она была проведена не напрасно. Это самое молодое учреждение культуры Мытищинского городского округа. Ребята много сделали, вы, наверное, видите, ознакомились, что они делают, какие они творят чудеса, открывают секции. Их любят очень наши жители, детей очень много, которые посещают этот досуговый центр. Вот мы сегодня приехали их поздравить, сказать теплые слова, напутствие. И я думаю, что еще не раз они нас удивят. Сегодняшний коллектив центра – это люди, которые искренне заинтересованы в достижении высоких результатов. Марфинцы стараются идти в ногу со временем, организовывают онлайн-проекты, развивают международное сотрудничество, активно работают над эстетикой собственного бренда. И, конечно же, воспитывают юное поколение, которому смогут затем передать дело своей жизни. Ульяна Сергиенко, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Работа с молодежью – это всегда творчество, без него нельзя. В молодежном центре «Импульс» постоянно предлагаются новые формы работы, интересные проекты, позволяющие раскрыть творческие способности всех, кто этого пожелает. А что такое творчество? Какую важную роль оно играет в нашей повседневной жизни? Пытались ответить участники круглого стола в креативной студии молодежного центра.
Вообще-то многие считают, что творчество не для всех. Создавать, придумывать что-то свое, ни на что не похожее. А какой от этого прок? Можно взять лучшее и у других. Так проще и быстрее. Но на самом деле нет. Да, творчество – это подчас опасная зона. И это, конечно, сложный лабиринт. Но и не только. Когда мы занимаемся творчеством, считается, что мы попадаем в некое магическое пространство, где все необычно, все внове, и тогда создается то, что называется творчеством. Но на самом деле творчество окружает нас везде в нашей повседневной жизни. К такому выводу пришли участники круглого стола в молодежном центре «Импульс». Это необычный круглый стол. Здесь нет привычных схем, здесь нужен полет фантазий и открытий с опорой на свой личный опыт. Даже совсем небольшой. Вот Софья и Ирина, ученицы 4-х классов. Можно ли с их точки зрения жить и учиться творчески? Это возможно. Вот если... Вот всегда говорят родители детям, когда они идут в первый класс, надо хорошо учиться. Я чувствовала то, что у меня вот есть талант именно по рисованию. Не только можно творить на бумаге, можно из разных деталей, например, там, создавать что-то. И тут же встает очень важный вопрос. А можно ли творчеству научиться? Или оно дается далеко не всем? Кто-то может работать без вдохновения, а кому-то нужно это вдохновение поймать, и тогда он начнет творить. Ну, то есть творить могут все? Конечно. Я считаю, что без творчества не обойтись, потому что тогда будет все серо и обыденно. Для Никиты Минахметова творчество необходимо как эстетическое удовольствие. И оно может наполнить всю нашу повседневную жизнь. Даже то, как мы выбираем чайную чашку для себя и завариваем чай, это тоже может быть творческим процессом. И тогда вся наша жизнь наполнится новыми смыслами и красками. Я думаю, что если вам не хватает творчества, вам стоит привнести в свою жизнь его хотя бы капелюшечку. То есть все зависит от вас самих. Способность к творчеству в вас заложена всегда. Не стесняйтесь ею пользоваться. Нынешняя молодежь и поколение Z, оно вообще очень сильно отличается от тех людей, к которым мы привыкли, от людей там... более старшего поколения, они думают о своей собственной личной самореализации. И творчество – это именно и есть личная самореализация. И что это, как не творчество? Вот такие далеко идущие выводы из этого необычного круглого стола. Ну а их воплощение за всеми, кто также думает на своем месте. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский. Традиционная ярмарка «Дары осени» в эти выходные предстанет в полном объеме. На центральной площади города прошли подготовительные мероприятия для размещения транспорта, с овощной продукцией и десятков торговых павильонов. Ненастная погода заметно помешала проведению ярмарки неделю назад. Фермерские хозяйства из-за дождей недопоставили большое количество картофеля и других овощей. Но сегодня они готовы компенсировать объемы по всем видам продукции. За комментарием мы обратились в управление потребительского рынка и услуг. Действительно, то, что получилось, что у нас некая недопоставка, некие ожидания наших жителей были неоправданы, все это оправдается 2-3 октября в полной мере. В полной мере к нам приедут, как это всегда бывает, до 20 больших грузов. Это будет картофель, свекла, морковка, лук, капуста, то, что очень востребовано. Если за прошлом году за эти же 3 выходных дня, 3 ярмарки, было продано 400 тонн овощей. Восполняться, конечно, будем вот в эти 2 ближайшие ярмарки. И будет доставка социально незащищенным нашим слоям населения. И будет помощь оказана, и будут довозить, доставлять, как это у нас всегда принято. Популярность ярмарки объясняется доступностью цен и высоким качеством продукции, которая поступает в Мытищи из многих регионов России. У нас не менее 35 поставщиков товаропроизводителей сельхозпродукции. И предполагаем, что в эти выходные будет у нас не менее 20. Это Орел, это Тамбов, это Воронеж, это Чувашия, это даже у нас Татарстан приезжает. А предполагаем, что все они, конечно, к нам приедут. Во всяком случае, все уже заявили о том, что они готовы к нам приехать. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее прогноз погоды. Напоминаю, наши новости также доступны на сайте Первого Мытищинского и в социальных сетях. Завтра встречаемся в это же время в программе «Неделя». Оставайтесь с нами на Первом Мытищинском.
Природный газ согревает ваш дом и делает жизнь комфортной и уютной. Но газ может быть опасен. Ни в коем случае не нарушайте правила его использования. Строго запрещено самовольно газифицировать жилые и нежилые помещения, самостоятельно ремонтировать, менять и переставлять газовое оборудование, самовольно менять планировку в помещениях с газовым оборудованием, привлекать к газоопасным работам организации без специального разрешения. Нарушение этих правил приводит к необратимым последствиям – пожару, потере здоровья или даже жизни, экологическим катастрофам. Не оставайтесь безучастными. Спасите себя и свою семью. Заключите договор технического обслуживания и установите датчик контроля загазованности. Подайте заявку на портале Добродел на сайте Министерства. Опаснее, чем переходить улицу вслепую и перекладывать ответственность за себя на чужие плечи. Прежде чем переходить дорогу, убедитесь, что водитель вас видит и пропускает. Лёха, а ты что здесь делаешь? Тебя встречаю. Ты же это... умер давно. Ты тоже? Только что. Ну, привет. В 2019 году от удара током и падения на рельсы погибло 11 подростков. Не цепляйся за поезд. Пап, мы опаздываем в школу. Пойдем собираться. Я Роман Андреев, чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии WBA Gold. Я ежедневно провожу минутку безопасности со своим ребенком по правилам дорожного движения. Призываю вас, родители, регулярно проводить беседы со своими детьми о правилах безопасности дорожного движения. Ведь наши дети – это самое дорогое, что у нас есть.